всяк Создателю поможет, кто бы его имеет вид, но каждый, кто благоволит, благодарит его, как может. Все нелогичных переходов, ныряя снова с головой, подозревая где-то сбой в строках космического кода. Но фишка в чем? Ошибки нет, и мироздание в порядке, и ты внутри вселенной матки одна из множества гамет, одна из множества планет, в одной из множества галактик, один из тысяч хиропрактик, один на миллион поэт. И звезды движутся как надо, и жизнь течет, и свет стоит, и только центр перекрыт на репетицию парада. Это стихотворение называется «Аммониты», там вот лежит моя книжка моих стихов на ларёвочке, если кто-то захочет ее приобрести. Thank you.
ничего нет особенно нового, но ведь мы занимаемся музыкой, это, пожалуй, серьезнее любой земной. И улетаю ввысь я, оставляю вас здесь. И сейчас отчасти Юлия Левашова подсказала мне пару слов для этой песни. А вообще идею я взяла с телепередачи такой. Сейчас расскажу. Есть такой канал на YouTube Юлия Большакова. Называется «История культуры. История бескультурья». Очень рекомендую. Там вот такие коротенькие фильмецы, так вот по 20 минут. Обо всем буквально. Они очень хорошие, познавательные. Сама эта ведущая прекрасная. И вот я там услышала словосочетание, да, вот это вот, кора которого содержит яд курары, и я писать. Вот, и написала такой романс. Он буквально рождался у вас на глазах, да, я говорила, что я хочу написать романс с этими словами. И еще мы говорили о разных видах транспорта. И вот Юлия Левашова, к сожалению, почему-то... Да? Ну все, пускай она рыдает, потому что она не услышит. Ну ничего, я ей спою потом. Приехала. Да, уже приехала? Да? Давайте скорее сюда, потому что я же... Вот как раз, да, две коротких вот получилось, да, одна длинная. Скажите без нее, давайте не буду. Давай, Вики, иди сюда. Я увезу тебя, мой бедный кот, на берега, где мокнут капибары. Я забыла сказать, романс называется «На далекой Амазонке». Там хамедиандрон войлочный цветет, кора которого содержит яд урана. Он никого не травит через рот, он только в кровь попав парализует. Там амазонка мутная течет, там анаконда жирная пирует. Это скрипочка тут. Там разве что шальной абориген.
содержит яд Курана. Татьяна Бучков! Ух ты! Какой чувствительный микрофон оказался!